Приветствуем участников. В синий угол ринга боксер из Рязани Сергей Лучанкин. Дорогие друзья, следующая пара бойцов у нас. Сергей Лучанкин выходит в ринг на ваших экранах. Его профессиональный рекорд 4 боя и 4 поражения, из них 3. Досрочно представляет город Рязань. 180 сантиметров, спортсмену 37 лет. Дебютировал он в июне 2019 года. Красный угол ринга, боксер из Санкт-Петербурга, Алексей Кадочников. Соперник Сергея Лучанкина сегодня Алексей Кадочников. 33 года этому спортсмену. И сегодня его профессиональный дебют. 186 сантиметров поворот, представитель города Санкт-Петербурга. Довольно обширная была у него любительская карьера до того, как он вышел в профи. Вот по имеющейся у меня информации, по любителям он провел на международном уровне 22 поединка. Из них 12 одержал победы и 10 раз терпел поражение. Представляем участников 4-раундового поединка во втором среднем весе. Синий угол ринга, боксеру 37 лет, рост 180 сантиметров, вес 75 килограммов 500 граммов. Проводит 5-й профессиональный поединок. Из Рязани Сергей Лучанкин. Красный угол ринга, боксеру 33 года, рост 186 сантиметров, вес 77 килограммов 550 граммов. Из Санкт-Петербурга. Профессиональный дебют Алексей Кадочников. Рефери в ринге Александр Калинкин. Первый раунд. И у нас первый сразу, секунд, да, стартует Кадочников. Дебютант. Алексей Кадочников, судя по всему, очень уверен в себе. Лучанкин пока держит, но очень много ударов он пропустил на первых секундах. Совершенно ненужных, причем низко опущены были у него руки. Ну так, проспал. Да. Реально проспал. Опять Сергей через руку попадает справа Кадочников. Ну и такой пока что односторонний забой. Алексей, точнее, прошу прощения, Сергей пока только клинчует и изредка огрызается по корпусу. Ну, надо отметить, такой достаточно уже относительно зрелый возраст для этой... Ох, и точное подбородок. Да. И на полу оказывается Сергей Лучанкин. Ну, в его карьере досрочное поражение не редкость, но вот сейчас поднимается. Очень внимательно Александр Калинкин смотрит на состояние Сергея, но разрешает бой продолжить. И продолжает Кадочников, да. Полетел финишировать. Понимает сейчас Кадочников, что есть для него вариант. Да. Досрочно закончить, не возиться 4 раунда. С другой стороны, досрочная победа в первом раунде в дебюте далеко не худший вариант. Очень неплохо для послужного списка. И на колено опускается Сергей Лучанкин. И бой закончен, дорогие друзья. Крайне уверенный дебют Алексея Кадочникова. Мы поздравляем его с первой досрочной победой. Подожди, стой. Вот. Подожди, стой.
Итак, уважаемые дамы и господа, рефери Александр Калинкин остановил этот поединок через 1 минуту 22 секунды первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал Алексей Кадочников. Санкт-Петербург, красный угол.